Главное – чистота. Для профилактики распространения коронавируса в Кстове продолжают дезинфицировать подъезды. Теперь ежедневно вместо привычной уборки специальные бригады в защитных костюмах обрабатывают места максимального контакта людей, чтобы обезопасить местных жителей. Особое внимание уделяем тем местам, которые наиболее часто контактируют с людьми. Это как раз кнопки домофонные, ручки входных дверей, выключатели. Кнопки управления вызова лифтом. Обработку производят 19 человек, в том числе и уборка мест общего пользования производится с добавлением дезинфицирующего средства. На сегодня сотрудники госжилинспекции проверили уже 750 подъездов. Замечания все же есть. На сегодняшний день вынесено предостережение некоторым ТСЖ и некоторым управляющим компаниям. По результатам расследования будут приняты меры административного воздействия по статье 20.6. Всего в Нижегородской области обработано 4,5 миллиона квадратных метров общественных территорий. Дезинфекция продолжается в 90% подъездов региона. Если в вашем доме санитарную обработку не проводят, обратитесь в домоуправляющую компанию. Если и это не поможет, звоните на горячую линию госжилинспекции номер 430-79-19. Екатерина Васильева, Алена Зеленкова, Виталий Кудрявцев. Время новостей.